мемлекет башысы күнделікті тауарларға, азық-түлік өнімдері және дәрі-дәрмекке бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу үшін тиісті шараларды қабылдауды тапсырды. Өкілетті органдар мен әкімдердің түпкілікті міндеті бағаның себепсіз өсуін болдырмау. На первое направление программы, где предусмотрено трудоустройство безработных и самозанятых граждан в рамках реализации инфраструктурных проектов, выделено 84 миллиарда тенге на 5243 проекта. По нашим данным, 10300 человек было устроено через центры занятости. В том числе 7000 человек – это проекты Нурлыжол. Сегодня в реестре государственных услуг Башанабдировича насчитывается 739 наименований, из которых 530 можно получить через портал электронного правительства и госкорпорацию. Башанабдирович, социальные выплаты по родам, назначение социальной выплаты по умодействию из интереса. Работа большая проведена. Теперь главу государства поставлена задача об улучшении качества оказываемых услуг. Теперь на это надо упор делать. По открытию бизнеса там. Они даже лучше, чем в Грузии, условия вообще не могли. Мы работу продолжаем по Doing Business. Ожидаем сейчас вот результат Всемирного банка. 18 реформ приняли. Спасибо, что вот хорошо поработали. Период с 8 по 15. По погашению кредита. Поэтому мы, может быть, поддержим предложение. По третьему блоку уже. Где третий? Что мы тратим деньги. Сегодня послушать. Время не есть настоящее время. Это о чем? Сама динамика была потеряна. Чем мы можем быть сейчас у нас инфляция? The biggest programs in the World Bank congratulate you. Спасибо. With your new French So our lead economist is actually talking to Treasury. Здравствуйте. Minister, on behalf of the American Chamber of Commerce, November, that this is already operating. Sizin de satılık dilimin. On behalf of. Я прокомментировать то, что было. Ты должность. Тем не менее, я тоже к ним. Just give a practical example about what Женя, поэтому я вот наших коллег. Тотальной основой. Что здесь уже прозвучало, Верховный суд 8400 километров общей стоимостью долларов США. С Караганды до Караганды. Когда мы не знаем, что будет дальше. Параметры, дорог. В тариф, в такие самоокупаемые. Предлагаем отказаться от таких дорог. Как ситуация будет улучшаться? Да.